Всім привіт! Вас вітає Рефрен на Суспільному, тижневик культурних подій Запоріжжя. Італійський митець епохи відродження Мікеланджело Буонароті якось сказав: «Мистецтво ревниве і вимагає, щоб людина віддавалася йому повністю». Тож сьогодні маємо кілька історій про людей, які зробили ревниве мистецтво частиною свого життя. Ну а в гості ми запросили театральну критикиню Ольгу Донік, із якою поговоримо про те, як навчитися сприймати мистецтво театральне як справжні професіонали. Тож, поїхали! Вісімнадцятого квітня галоконцертом закінчився фестиваль творчості патріотичного спрямування «Спадщина». Його учасники доводять, що культура не має стояти осторонь таких важливих питань, як збереження національної ідеї та ідентичності. Як підбивали підсумки 18-го фестивалю та що цікавого показали його учасники, розкажемо у нашому сюжеті. Вісімнадцятого квітня у Запорізькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Магара відбувся фінальний концерт 18-го обласного конкурсу творчості патріотичного спрямування «Спадщина-2019». Заступниця директора Запорізького обласного центру патріотичного виховання молоді Дарина Точіліна зазначає, на етапі відбору фіналістів головна складність для організаторів та членів журі була в тому, що багато виконавців подали заявки на участь, але місцю в фіналі обмежена кількість. Хочеться взяти у фінал всіх, але ми цього року рекордну кількість і так набрали. 31 номер – це дуже багато. Завжди у нас 27-28, але цього року нам дуже талановито молодь. З тим, що конкуренція цього року дійсно була жорсткою, та як складно відмовляти учасникам, розповідає і член журі конкурсу Олексій Матвієнко. Він зазначає, що на відбірковому етапі тим, кому відмовляли, все одно намагалися допомагати порадами. Адже головна мета фестивалю – саме підтримка творчої молоді в бажанні зберігати та поширювати національні традиції. Підтримати той хороший творчий початок у колективах, в дітях, щоб наші кращі культурні традиції у піснях, танцях, в інструментальних жанрах, щоб вони процвітали і в жодному разі не губилися. І щоб наш край показав всі свої пишноти, усі грані цього шикарного діаманта під назвою «Спадщина». Зразковий аматорський хореографічний ансамбль «Золотий ключ» і група «Мальви». Учасники колективу «Зразковий аматорський хореографічний ансамбль «Золотий ключик» із самого початку були налаштовані на перемогу. У своїй програмі виступів представили три номери – народний танець «Запальний дівочий», соло-український танок, а також сучасний танець «Чорна вуаль», за який отримав перше місце у номінації «Сучасна хореографія». Спадщина – це такий фестиваль, де патріотичне виховання йде. І я сподіваюся на те, що молодь буде після цього всього, дивлячись на ці номери, українські пісні, танці будуть переосмислювати своє бачення до цього всього, тому що зараз молодь до цього ставиться не дуже добре. Хотілося б, щоб це все молоді в голові все остаткувалося. Ну і сьогодні до студії «Рефрену» завітала театральна критикиня Ольга Донік. Привіт, Олю. А ти мене так зупинила, я хотів сказати, там акторка, театрознавиця і театральна критикиня. Тому давай домовимося, що про це, про акторка ти ще раз прийдеш, розкажеш, про театрознавиця ще раз прийдеш, розкажеш. А зараз про критику трошки порозмовляємо. Добре? Отже, театральна критика – це професія, якій треба навчатися. І от будь-який глядач, який приходить на виставу без якихось базових знань, він може стати критиком?
Ну, стать прям профессиональным критиком, конечно, нет, потому что, безусловно, нужно учиться, как минимум нужно изучить историю театра и, в принципе, историю искусств для того, чтобы разбирать спектакль на составные части, уметь их проанализировать в отдельности и вместе. Простой зритель может оставить свой отзыв о спектакле, и это тоже очень важно и нужно делать, потому что отзывы зрителей о спектакле помогают, собственно, создателям спектакля ориентироваться в том, что они делают, как на это реагирует зритель. Ну, а профессиональная критика, она уже так препарирует тонко, точно и иногда очень больно. Критик без театрального досвіду може існувати? А, ну, чи в критику приходять в основному із театру? Нет, далеко не всегда в критику приходят из театра. Очень часто журналисты, которые занимаются именно арт-журналистикой, они переходят в сферу театральной критики и, собственно, разбирают спектакли. Но, конечно, для того, чтобы полнее и ярче делать рецензии, лучше бы знать, как устроен театр, как он функционирует с самого начала. Вот лучше приходить, например, к костюмерам. Я знала одну прекрасную театральную критик, Ингу Борисовну Эстеркину, которая работала в Запорожском нашем тогда еще ТЮЗе костюмером, а после этого поступила в Ленинградский университет и стала театральным критиком. Она была блистательным критиком, и именно потому, что она знала, как устроен театр, как он работает, его подноготную. Это очень помогает написать полноценную, полнокровную рецензию. А от давай трошки про це поговоримо, про журналістику і критику. В цьому ж є різниця певна, і журналіст, який пише там, ну, в основному про театр і культуру, він, його не завжди можна називати критиком. В чому ця різниця полягає? Різниця в тому, що журналіст, він бере фактаж. Його основна задача – зафіксувати місце, час, спектакля, його діючих лиць і так далі. Театральна критика, вона углубляється в саму суть спектакля, вона намагається проаналізувати його, ісходя із культурного процесу, який є зараз в країні, який був когда-то давно. Она его анализирует полноценно, со многих сторон заглядывая. То есть получается, журналистика – это все-таки подача факта без твоего личного мнения. Театральному критику позволено немного добавлять своего мнения, потому что это он видит так спектакль, он его так понимает и так анализирует. Критика у Запоріжжя, театральная критика, вона існує, вона є? Часто задел очень больную тему. Да, в Запорожье с театральной критикой достаточно непросто, потому что действительно профессиональных критиков, получивших профильное образование, имеющих опыт написания рецензий для всеукраинских изданий, у нас немного. Но, тем не менее, я надеюсь, что вот новое поколение журналистов, которое сейчас растет, они возьмутся за, хотя бы за арт журналистику, а потом и перейдут в театральную вот эту вот сферу и будут писать, ну, хотелось бы больше, потому что, на самом деле, если вы почитаете газеты или интернет-издания запорожские, полосы культуры вообще сокращаются, в принципе. И мы сходим до вот этого сухого фактажа, где мы только знаем, что, где, когда и кто. А по факту проанализировать, понять, как это устроено, как сделан спектакль, как построен фильм, как, что нам дает эта выставка, мы не можем. И тут очень важно, конечно, развивать эту сферу и не бросать, хотя это дело неблагодарное. Порівняно із ситуацією по Україні. Ну, в Києві, в Харкові, де осередки театральні міцні, от там з критикою теж не дуже, або є? Ну, звісно, крупні міста Київ, Харків, Львів, це наш такий треугольник, там дійсно є профільна театральна критика, дуже жорсткі, серйозні майстри, які розбирають спектаклі на атоми, і вони роблять це професіонально. Тобто це не якийсь спеціально придратися, кого-то обидіти, а наоборот, дійсно яркий, чіткий анализ. Чуть дальше от этих центральных точек уже сложнее. Но, например, я могу сказать об Ивано-Франковске, в котором сейчас проходит крупный театральный фестиваль Порто-Франко. Соответственно, этот фестиваль, он стал таким толчком для того, чтобы там появились критики, там начали писать какие-то статьи. Постепенно, пусть не так быстро, но это развивается. Но, с другой стороны, единственный профильный театральный журнал Украины, Украинский театр, в прошлом году был закрыт. И это был год его столетия, таким образом мы отметили. А, вот. И, конечно, жалко, я надеюсь, что он будет восстановлен в печати, но пока к этому нет предпосылок. А это киевский журнал. Соответственно, ситуация очень двойственная и не всегда радостная. Взагалі, у театральній сфері, ну, прийнято вважати з тими, з ким я спілкуюся, наприклад, що критика як професія, вона померла, не потрібна. В чому зараз задачі критики, навіщо вона має існувати? Ну, то, что театральные деятели говорят, что критика не нужна, вполне понятно, потому что их критикуют. У нас нет культуры восприятия критики в принципе, потому что ее нет. Ну, профильной, профессиональной, хорошей театральной критики по факту в Запорожье, к примеру, нет. И это убеждает творцов в том, что они гениальны. Все, что они не сделают, все хорошо, зритель хлопает стоя в финале, значит, все здорово. Но когда появляется вот такой маленький гадкий театральный критик, приходит и пишет, нет, ребята, здесь было не так, здесь было нехорошо, здесь не дотянули, здесь не доиграли, здесь обманули, и тебе сразу становится обидно.
да как ты смеешь мне такое говорить? Естественно, театральная критика не нужна, пусть они все пойдут прочь. Но, как мне кажется, театральная критика, кроме всего прочего, кроме фиксации контекста, кроме анализа произведений искусства, которые потом впоследствии можно изучать исторически, она еще учит зрителя. И вот это самое главное. Она учит зрителя разбираться, быть придирчивым. Она помогает зрителю понять, что не все, что ему показывает, одинаково хорошо. Не все, что было на сцене за 50 гривен билета, это здорово, и этому надо аплодировать в финале. Иногда можно выйти недовольным после спектакля и написать хотя бы в Фейсбуке у себя отзыв о том, что было так-то, так-то, и мне не понравилось то-то и то-то. И вы имеете на это право. Вы не должны радостно поглощать все, что вам предлагают театральные деятели, потому что они иногда бывают очень хитрые и обманывают вас почем зря. Розкажи про власний досвід, як сприймають твої критичні статті театральні діячі. Ну, знаешь, Денис, я боюсь, что круг театров, куда меня пускают, будет сокращаться, сокращаться и сокращаться, потому что в один, например, театр, такое молодое формирование, независимое, я не буду называть имен и фамилии, ну, мне уже не рады там, скажем, тем. Натекнули. Да, мне так намекнули, причем через третьих лиц, о том, что да как же так, вот она пришла и вот так вот нас обидела. Но я хочу подчеркнуть, что театрального критика не задача кого-то обидеть. Если театральный критик просто пишет хорошо или плохо, это плохой театральный критик. Все, что я пишу или пишет любой другой театральный критик, должно быть аргументировано. Ты не можешь просто сказать, что актер меня не убедил. Ты должен объяснить, почему он тебя не убедил. Возможно, он не прожил персонажа от начала до конца, его персонаж не развивался, был неполнокровным или неполноценным, он плохо работал в ансамбле и так далее. И вот эти из маленьких таких блоков складывается большая рецензия. И если театральный деятель не готов услышать, что он сделал что-то не так, что он, может быть, где-то недоработал, а он хочет только слышать похвалу, оду и лавровый венок, ну, тогда есть проблема у нашего театра в таком случае. В принципе, форма такая, ну, велика, об'ємна стаття. Це супер, це добре. На це йде багато часу, щоб її підготувати, але зараз читач, глядач, він сприймає все дуже кліпово. І я у тебе бачив таку форму, я не знаю, чи ти її вигадала, в твоєму власному блозі, у Інстаграмі. Це критичний відгук у сторіс Інстаграм. Як тобі прийшла ця ідея? І розкажи про це, як це працює. Тому що, ну, як на мене, це дуже така класна візуалізація. Ну, пришло это все очень просто, потому что совершенно верно ты говоришь, сейчас он очень клиповое такое сознание, и мы не готовы читать большие тексты. Текст на 500 символов кажется уже настолько большим, что ты не готов его воспринимать. А если в нем нет картинки, то ты просто пролистываешь. Ну, что это за набор букв какой-то? А в блоге Инстаграм он для того и создан, для того, чтобы постить красивые фотографии. Вот я себе думаю, я такой большой любитель театра, мне все время хочется сфотографировать классную сцену, красивый свет или какого-нибудь красивого актера или актрису. И вот я себе это фотографировала, а потом думаю, ну, я же все-таки театральный критик, мне же что-то нужно делать. Я вот каким-то образом выкладывала эти красивые фотографии и писала лично свои мнения. Я старалась быть, опять же, аргументированной, без вот этого субъективизма о том, что это плохой, этот хороший. Назвала все я это рецензия на коленке, потому что это правда. Я выхожу из театра и буквально вот быстренько все это набрала, написала, отправила. И сначала, конечно, у меня было немного просмотров, они постепенно увеличиваются, и более того, люди откликаются, они мне говорят, о, здорово, вот это было интересно, вот на это пойду, а на это, наверное, не буду идти, и так далее. То есть возникает уже некая дискуссия, хотя, казалось бы, ну что это просто социальная сеть, где ты выкладываешь картинки. Соответственно, театральная критика должна меняться, она не может быть вот этими огромными листами писанного текста, где умный человек размышляет о вечности и бытие. Конечно, она должна становиться интереснее. Мне всегда казалось, что театральная критика должна быть индивидуальной. В том смысле, мы должны узнавать театрального критика по его почерку. Вот, к примеру, там, Виталий Жижера или Сергей Васильев, или Валентина Игоревна Заболотная. Вот ты читаешь их статьи, и ты знаешь, о, это Заболотная, потому что так не пишет никто, только она. А вот современная театральная критика, возможно, она и должна быть в каких-то таких маленьких изобретениях, что ли, какого-то, ну, это не новый жанр, но это определенная форма, по которой подается театральная рецензия, и ее готовы воспринимать люди. Потому что нет смысла писать две страницы печатного текста, если никто не будет читать. Зачем? Скажи, от як глядачу, який не має фахової освіти, більш професійно дивитися вистави? Якісь, може, є поради, на що треба звертати увагу, щоб не просто скласти якусь думку, там, ну, це грає добре, це грає погано, а як
Як оце розкласти, ну, на такому побутовому рівні, чому це погано і чому це добре? Я розумію, що це дуже об'ємна тема, але ну, якісь кілька порад. Ну, знаєш, у мене є такий совет для зрителей, когда они посмотрели спектакль, как бы он там понравился, не понравился, выйти после спектакля и задать себе вопрос, о чем был спектакль. Если вы в двух-трех предложениях можете сформулировать ответ на этот вопрос, значит, спектакль у создателя получился. Вам задали вопрос, получили ответ, и вы знаете, о чем был этот спектакль. Не просто о любви, о дружбе и о вечном, а вот действительно о чем. Потому что в спектакле все равно играют актеры, они воплощают каких-то персонажей, все равно происходит какая-то история, и вам пытаются донести что-то. Не просто о вечном, Гамлет. Нет. Это история там о ревности, это история о предательстве, это история о том и том. Можете ответить на вопрос? Значит, уже получилось. Если не можете, значит, где-то что-то пошло не так, и вам не дали ясного ответа. Иногда бывает, что режиссеры действительно не хотят давать ответы на вопросы, но это очень редкая история. А когда в финале спектакля вы не понимаете, что же я это посмотрел полтора часа, то тут, вероятно, что-то не так. Ну а по части актерской игры, тут все равно очень субъективная категория. Это, наверное, самая субъективная категория в театральной критике, это актерское мастерство, потому что тут человек касается человека. И тронуло или не тронуло, произошло что-то между вами, между актером и зрителем, или не произошло. Это такие вещи очень тонкие. Но вы всегда должны оценивать, если это такой натуралистичный спектакль, живой это человек на сцене или не живой? Полноценный он или неполноценный? Выходя на сцену персонаж, первый раз появляясь и уходя в финале, развивался ли он? Изменялось ли что-то в нем внутри? Если на один из этих вопросов вы отвечаете «нет», значит, что-то пошло не так. Давай таке питання. Порадь три вистави, які, на які варто сходити у Запоріжжі. Давай так. Пусть это будет не три спектакля, я рекомендую сходить в три театра. Поскольку я не могу выбрать какой-то отдельный спектакль, потому что у меня специфические вкусы насчет спектакля. Я, например, не приемлю развлекательного жанра в театре. Я люблю, когда меня до крови дергает где-то там вот после спектакля, когда я выхожу в другом качестве, когда мне тяжело и страшно. Вот это я прямо обожаю. Вот, поэтому я рекомендую, конечно, обязательно сходить в театр-лабораторию ВИ, потому что, во-первых, я сразу говорю, что тут конфликт интересов. Я воспитанник этого театра, и я очень уважаю этот театр, и я советую действительно туда ходить, потому что худо-бедно, но там еще происходит театральная жизнь. Пусть она не в той форме, в которой мне бы этого хотелось, и которой я, может быть, мечтаю, но, тем не менее, нужно ходить и смотреть на спектакли малых форм, когда актер находится в метре от тебя, и с ним что-то происходит. Неизбежно что-то происходит с тобой в зале из-за этого контакта человека и человека. Обязательно нужно сходить. Обязательно нужно сходить в театр имени Владимира Герасимовича Магара, чтобы посмотреть на эту большую форму, увидеть, как лучше, конечно, на третий балкон, и насладиться вот этим всем великолепием хрустальной люстры, золотой позолоты и народных артистов. Это тоже надо знать, и тут тоже надо воспитываться. Ну и выбрать какой-то серединный жанр. Я, конечно, рекомендую независимые театры. Это либо театр-перформанс, который сейчас возглавляет Геннадий Широченко, либо новый театр. Пойти и посмотреть, как работают независимые театры, которые не получают дотации от государства и делают все на свои деньги, своими силами и собственным энтузиазмом. Три абсолютно разных вида театра, которые вы можете просмотреть, их спектакли, и сложить для себя мнение, что такое театр, какой театр вам ближе, что бы вы хотели посмотреть, а чего бы вы, к примеру, видеть не хотели бы. Вот так. Такі театри, які існують за власний кошт, вони конкурентоспроможні, ну от їх продукт конкурентоспроможний порівняно із державними театрами. В Украине есть абсолютно фантастический прецедент, который называется «Дикий театр». Абсолютно независимая такая, была, ну, даже не площадка, это была вот независимая группа, которая создала и сделала просто бомбу в театральном мире Украины. На их спектакли ломятся люди, про них пишут рецензии лучшие театральные критики страны. Они собирают себе в спектакле актеров из лучших театральных труп Киева, и не только Киева, и во Львове, там они брали артистов. Соответственно, мы получаем абсолютно независимый театр, жизнеспособный, конкурентоспособный, который отбирает зрителя у всех государственных театров. Но але це Київ. Это, безусловно, Киев. Тут мы говорим о Запорожье. У нас есть новый театр. Вы придите и посмотрите на залы нового театра. Каким образом они добиваются полных залов, я не знаю. Я не внутри этого театра. Но, тем не менее, в новом театре новые, ну, полные залы. Уровень спектаклей, безусловно, они не создают продукта, который останется в истории театральной критики. Это абсолютно точно. Ничего там не происходит экспериментального, нового, сложного. Но там происходит добротная комедия, которая развлекает зрителя. А зритель пришел, как они любят говорить, отдохнуть в театр, отдохнул, ушел и получил положительные эмоции.
Это есть. Новый театр-перформанс, который возглавляет Геннадий Широченко, он еще совсем молодой, и мы не можем говорить о том, конкурентоспособен он или нет. Но, тем не менее, публика туда приходит. Я была на двух спектаклях, там были залы, опять же, люди аплодировали. Об уровне спектакля мы не говорим, но лично мне кажется, что в истории театральной критики это не останется. На данный момент. Может быть, потом что-то изменится. Такі театри створюються людьми, які розчарувалися у театрі державному. Вони створюють щось своє, щось автономне, щось незалежне. Потім виявляється, що треба заробляти гроші, і починається оця гонитва за глядачем. Чи все ж таки в репертуарі таких театрів є місце експериментальним виставам, чи існують такі вистави у репертуарі? Наприклад, ну, новий театр вже досить давно існує. Чи бачили ти там щось таке, де трошки відійшли від комерції до експерименту? Я тогда на две части разделю ответ на этот вопрос. Но касательно нового театра, все, что было довольно экспериментальным в новом театре, было забрано из театра ВИ. Поскольку Светлана и Владислав Лебедева, они ранее работали в театре ВИ, и они перенесли часть спектаклей, в которых работали, на другую сцену. Это касается и моноспектакля по Маяковскому, и спектакля «Молли Суини», который ставила Светлана Лебедева сначала в театре ВИ, а потом она играла его на другой площадке. То есть это были экспериментальные работы, но были они забраны, конечно, из театра ВИ. После этого они ушли в жанр игрового, веселого, такого насыщенного красками и эмоциями театра, и никаких экспериментов-то нет, опять же, нужно зарабатывать деньги, безусловно. А насчет театра-перформанс ничего не скажу, они сразу стартовали с легких комедий, и, в общем-то, и продолжают в этом жанре пока работать. А насчет экспериментальных независимых театров в Запорожье одно время существовала труппа «Запорожская новая драма», которая ставила современную драматургию современных украинских авторов, ставила ее очень андеграундно, интересно, странно, непонятно, спектакли были в замкнутом таком пространстве, и в темноте, и просто разговорные, и спектакли, в которых зритель выстраивал сюжет, чего только не было. Было очень интересно. Постепенно труппа формировала своего зрителя, но так сложились обстоятельства, что на данный момент театр не функционирует. Но вот что касается истории театральной критики, истории украинского театра, именно этот театр, «Запорожская драма», я уверена, потом будут изучать, как такое явление самобытное, пусть яркое и непродолжительное, но тем не менее очень важное для нашего театра, потому что именно «Запорожская новая драма» принесла современную драматургию на сцену Запорожского театра. Именно этот театр и никакой другой. Дякую тебе за розмову. Давай слідкувати за процесом, и через деякий час еще раз поспілкуємося, може щось цікаве тут в Запоріжжі народиться, и будемо про це говорити. Дякую тобі. Ну, а для наших глядачів у нас є ще дещо цікавеньке. Ну і наостанок наша постійна рубрика «Інструменти з історією», де Денис Васильєв, директор Музею музичних інструментів «Барабанза», розкаже про зубівку. Що це таке, як на ній грали, дивіться просто зараз. Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про такий український музичний інструмент, як зубівка, сопілка або тилинка. Я в руках маю такий цікавий дерев'яний справжній інструмент майстра Дідішина. Це зубівка, це така флейточка, яка має 6 отворів і майже немає такого свісткового отвору. Але вона притуляється до рота, до зубів, як кажеться, зубівка, і грається. Зараз продемонструю. Це справжній народний музичний інструмент, який виготовляють майстри українські. І вона була дуже поширена серед побуту звичайних музикантів або людей, які просто полюбляли грати. Зараз такі музичні інструменти вже дуже велика рідкість. Виготовляють зараз інші музичні інструменти. Це я демонструю вже такий пластиковий, який зроблений із сучасних матеріалів. Теж цікавий інструмент, він теж грає. Зараз я вам продемонструю це.
Такий музичний інструмент ви можете зробити власноруч або прийти до нас в музей. Цей інструмент має три складовини, такий чоп. Ми робимо отвіри, прорізаємо, робимо таку деталь і наша зубівка готова. Якщо ви бажаєте зробити щось таке більш натуральне з дерева, то можна зробити і отаку дерев'яну вже. Вона має трохи інший звук. Тож, всі три варіанти виготовлення таких сопілок, зубівок ви можете вибирати власноруч, тобто що вам більш до душі. Але головне, щоб ви грали і використовували ці музичні інструменти у вашому гурті або при навчанні грі на музикальних інструментах. Я бажаю, щоб ви можна частіше використовували їх в своїй музичній практиці. Ну, а зараз я вам заграю ще на одній такій зубівці. Я бажаю вам успіху і до зустрічі в наступному випуску. Ну і на цьому, мабуть, у нас сьогодні і все. Бажаємо вам добре відпочити наступного тижня. Ну, а рефрен прощається з вами. Па-па!